В воскресной школе при храме преподобного мученика Андрея Крицкого Санкт-Петербурга уже несколько лет для детей проводятся АБВ-концерты. В чем особенность подобных мероприятий и что же узнают на них дети в нашем следующем сюжете? Вот этот музыкальный инструмент был создан санкт-петербургским мастером Павлом Чилиным. Он сделан из хвойных пород дерева. Он очень мобилен, его можно перевозить на машине, даже в общественном транспорте. Его вес около 40 килограммов, а называется он «Орган Позитив». Такое название он получил как раз из-за своих небольших размеров. Именно этот инструмент 43-й по счету у органных дел мастера. Павел Константинович – единственный в России, кто занимается органостроительством. 25 лет назад он впервые взялся за создание такого музыкального инструмента. Захотелось чего-то очень хорошего, возвышенного. И я решил строить органы. Вот просто решил и все. Может быть, это вызрело внутри. Может быть, вызревало много лет. Я точно не могу сказать. И я решил для себя попробовать и построить орган. И начал строить. А пока строил орган, пришлось поднять такие пласты, так глубоко погрузиться, потому что в нашей стране, в России, органостроением никто не занимается. И мне пришлось эту целину вскапывать с нуля. Построил первый орган и не смог остановиться. Рассказывал мастер о своем инструменте и показывал на АБВ-концерте. Не первый год для детей воскресной школы при храме преподобного мученика Андрея Крицкого проходят такие мероприятия. Это череда музыкальных концертов. Музыкальный алфавит, можно догадаться, что это все музыкальные инструменты, которые последовательно слушает слушательская аудитория. Это АБВ, то есть у нас была и арфа, звучал баян, звучала волынка исключительной красоты и мощи звучания, гусли, звучали здесь даже колокола передвижные, звучал клавесин, замечательно красивый инструмент. Сегодня орган. Концерта в исполнении виртуозного музыканта Марии Петровой прозвучали произведения Георга Генделя, Иоанна Себастьяна Баха. Но особенно детям понравилось самим ощутить звучание инструмента. Подобные тематические концерты классической музыки влияют и на эмоциональное, и на духовное развитие детей, говорят организаторы. Впереди, ребят, еще ждет много интересных музыкальных встреч.